находимся на улице Колесовой. Эта улица названа так в 1966 году в честь бесстрашной партизанки Елены Федоровны Колесовой, героя Советского Союза. Ее подруги прозвали ее Алешка Атаман. На русских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букетик цветов, и вечный огонь зажигает. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а ныне гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. О вечном огне мин вспыхнувший там, горящие русские хаты, горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче. На братских могилах не ставят крестов, но разве от этого легче? Но разве от этого легче? Но разве от этого легче?